Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним на странице 23 задание номер 1. Определи, в каком ряду изображены только естественные тела. Закрась кружок так, то есть зеленым цветом. В каком ряду изображены только искусственные тела? Закрась кружок так, синим цветом. А какие тела изображены в оставшемся ряду? Подумай, как лучше закрасить кружок возле этого ряда. Сделай это, объясни свое решение. Итак, давайте посмотрим. В первом ряду у нас изображена Божья коровка, кленовый лист, птица и луна. Это все естественные тела, то есть тела природы. Поэтому этот ряд, кружок в этом ряду, мы закрасим зеленым цветом. Во втором ряду изображен мобильный телефон, ключ, карандаш и кружка. Это искусственные тела, то есть тела созданы руками человека. Поэтому вот этот кружок мы должны будем закрасить синим цветом. Теперь давайте посмотрим на последний ряд. Здесь изображено яблоко, ложка, часы и солнце. Яблоко и солнце относятся к естественным телам, к телам природы. А ложка и часы относятся к искусственным телам, к телам, созданным руками человека. Поэтому этот ряд мы закрасим так. Половинка ряда у нас будет закрашена синим цветом. А половина ряда мы закрасим зеленым цветом. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.